перекрываем вот эту улицу, вот тут ТЮЗа, вот дворца спорта тут перекрыты. Мы здесь выставим, у нас будет фестиваль, мы конкурсная программа «Фестиваль балкон» в Зареченске, поставим модели «Балкон». Это только один из пунктов обширной программы фестиваля садов и цветов, который пройдет в нашем городе 17 сентября. О традициях проведения праздника и о новшествах этого года мэр Заречного Вячеслав Гладков рассказал гостям, заместителям глав районных администраций Пензенской губернии. В рамках выездного заседания областного штаба по подготовке к отопительному сезону они познакомились с опытом решения вопросов благоустройства Заречного. Один из важных компонентов озеленения и украшения города – участие его жителей в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Вячеслав Гладков рассказал, с чего все начиналось. Для нас, вот, если вы увидели, очень важно было, когда люди стали переходить вот эту проезжую часть. Не только у себя газончик, да, но это вот сколько нужно настроиться, чтобы перейти дорогу и начать заниматься благоустройством целого двора. В Заречном благоустроены и ухожены не только дворы. Для гостей города провели небольшую экскурсию по зоне отдыха «Солнечная». Они прогулялись по аллеям парка, увидели творения участников скульптурных симпозиумов. Заместитель главы администрации Илья Дильман отметил, что городским властям приходится прикладывать некоторые усилия, чтобы поддерживать зону отдыха в порядке. От вандалов не застрахован никто. Но проблемы в Заречном стараются не замалчивать, а выносить на суд общественности. Если мы будем этих людей ругать и говорить, вы такие нехорошие, вы вот сделали, зачем и почему, не подействует, когда люди говорят, уже вот рядом проходят, это совсем по-другому. Взаимодействие и сотрудничество власти и горожан – основной способ решения вопросов. Ведь найти компромисс можно только в обсуждении. На гостей Заречного экскурсия по городу произвела впечатление. И администрация, самое главное, с жителями города Заречного делается очень много для того, чтобы привести свои придомовые территории, территории, значит, парков, скверов в хорошее состояние. Очень хорошее впечатление произвел город. Нет никакой суеты в этом городе. Спокойствие, комфорт. То есть люди все при деле, знают свои права и обязанности и чувствуются довольны местной городской властью и активно принимают участие. Вот этому можно поучиться. Мы будем это пропагандировать опыт и будем всем говорить, что в Заречном живут неравнодушные люди, в Заречном живут люди, которые любят свой город. У всех участников выездного заседания областного штаба по подготовке к отопительному сезону есть возможность познакомиться с жителями города поближе. Все они получили приглашение на фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».